Итак, это блок Action Channel, и в данном видео мы посмотрим на три спортивных поединка между мужчиной и женщиной. Нет никаких причин удивляться этому, ведь мы живем в век равноправия, а потому такого рода поединки все чаще проводятся. Данные бои, как гласит легенда, были проведены по женской инициативе. Поединок номер один. Профессиональная женщина-кикбоксер пришла в соседнюю секцию кикбоксинга, где начала раздавать советы молодым парням, которые усомнились в профессионализме женщины. В ответ на такую дерзость она вызвала их на ринг, чтобы доказать свою профпригодность. Поединок номер два. Любитель алкоголя и нездорового образа жизни, который никогда не занимался спортом, критиковал карате и феминизм в интернете. Одна женщина-каратистка, обладательница черного пояса и 15 лет упорных тренировок, не выдержала такого жестокого угнетения и вызвала мужчину на поединок по правилам кикбоксинга.
Поединок номер 3. На военно-морской базе США очень популярен бокс. Одна солдатесса, начитавшись феминистических пабликов, объявила себя самой сильной человекессой на этой базе. В течение 2 месяцев она рассказывала всем, что способна победить на ринге любого представителя мужского пола за многовековые угнетения жестоким патриархатом. Майор Джонс, незнакомый с такого рода терминами, по понятным причинам не признал новоиспеченную королеву ринга и принял вызов на бой. Play something for the camera.